Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, открываем сундук. Зимние шины, амортизаторы прыжков. Плюс 10 тысяч монет. Так, события нам пока не нужны. Так, здесь 1125 монет, зимние шины. Опять же, амортизаторы прыжков. Так, что у нас там по заданиям? Получите 250 эфирного времени, отлично. Ну что, друзья, 50 тысяч кубков сегодня будем брать, я думаю, да? Всем здрасте. Здрасте. Ну, ё-моё, Рэй, ну что ты пишешь-то? Здрасте. Так, результаты. Опять проиграли, да? Опять мы проиграли. Ну что ж, бывает. Бывает, друзья мои. Правда, там немножечко проиграли, капельку не хватило до победы. Ну что ж, ничего не поделаешь. 10 самоцветов. Вау. Прикольно. Прикольно смотрится. Нифига себе. Шоу. Газ какой-то. Интересно посмотреть. Ладно, ребята, в первую очередь у меня гонки. У меня будут гонки сегодня. Так, возьмем. Блин, что взять-то? Какого бы взять мне чухана, а? Скажи-ка мне на милость. Давай вот этот. С мусорным баком на голове. Так скажем. Ну что, я готов? Грязное ралли, ребята. Начинает гонку. Что там, формула? Конечно, ребят, формула. Йоху! Слушай, на одном дыхании, смотри, шпарю. С заложенным носом, с больным горлом, ребята, Рэй шпарит. Как будто он и не болеет вовсе. Как будто он и не болеет. Хотя на самом деле вообще, ребят, состояние просто убийственное. Заторможена реакция. Ёк-макарёк, не нажал кнопку как надо. О, чувак там шпарит на этом. Как называется, скажи, я скажу тебе. Ну, ты понял, да? Без остановки, просто не отпускает, ребята, кнопку. Просто не отпускал кнопку, я смотрю, он этого нитро. Точнее, форсажа. Он шпарил на форсаже до последнего. Давай, родной, отлично. Пускай он там курит бамбук. Если он одну... Ой! Хорош, ребятули. Папа делает на изи всех. Блин, тут еще одна гонка, оказывается. Твою налево, я уже расслабил булки, ё-моё. А там еще, оказывается, гонка. О-о-о-о-о, смотри. Смотри, кто там лезет. Правильно, там лезет вшивая формула, которую никто сюда вообще не звал. Понимаешь? Вот как я умею. Вот как я могу. И все прекрасно. Блин, я еще язык прикусил, ребят. Язык болит, блин, трындец. Больно говорить. Так, ну что, ладно, зеленый кубок. Опять же, мой мусорный чувак будет сейчас здесь, надеюсь, как всегда, рвать. Кент. Кстати, я тебе скажу. Что-то там у него. Он, бедолага, летит. Я, конечно, ничего против не имею, но он летит, и там, ребят, запчасти от него отлетают в разные стороны. То есть он захламляет мне тут все. Секешь? Он захламляет свою дорогу всему. Не дает мне нормально там прокатиться. Так, идеальный старт. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, родной. Шикардосик. Пока все тихо. Не нырни то ко мне, пожалуйста. Ты можешь чудануть. Так. Найс. И вот, ребят, финиш. Ну что же, вторую гонку мы выиграли. Значит, это дает нам проходной балл на лидера. На лидера этих гонок, друзья мои. Конечно же. Ну ты куда лезешь-то, а? Хлыщ ты болотный. Смотри, а. Мне не нравится, ребят. Сейчас меня тут, по-моему...
Ну, и формула там лезет, но тем не менее, друзья, тем не менее, я выиграл. Я всех обставил, всех, как говорится, нагнул. Кубок ледника. Кубок ледника, насколько я помню, здесь нужно нам поменять именно крылья. Сколько там не заметил? Две гонки или одна? О-о-о, началось. Ладно, попробуем. Попробуем здесь выиграть. Так, сейчас у нас будет полет. Я что-то не понял, а как? Как этот-то хлыщ полетел? У него крыльев не было. Что, для этого не обязательно нужны были крылья, что ли? Я не пойму. Да, но быть такого не может. Все разбились? Это где же они там умудрились-то? Друзья, я не знаю, где-то они все там поразбивались, и я до сих пор не могу понять, где. Я знаю только одно, что здесь вот... Нет! Шпарь, родной, шпарь! Шпарь, как никогда! Но, по-моему, кто-то, ребята, там сдулся. Нет, никто не сдулся, я последним еду, сдулся там. Твою налево, и что получается? Получается, я второй. Как мы там сфейлились, я не понимаю. Друзья, вообще непонятно. Вроде ехал нормально. Взял, обделался. Рэй, как дела? Болею. Сильно. Это мягко что сказано. Так, ну что, друзья мои. Берем. Меняем тачку. Ну, не тачку, я имею в виду. Меняем приспособы на нашей машине и шпарим. Оу-оу-оу-оу, чувак, на танке. Куда он там полетел-то, дурик? Нет, надо вниз. Вот сейчас я, конечно, да. Фига себе. Танк же был где-то последним, последним. Приехать. Вы сейчас издеваетесь, что ли? Я не пойму. Последний, блин, приехал, ребят. Что-то мне этот танк напрягает, если честно. Своими вот этими вот выпендрежами, я не знаю, там, прыжками, что он там делает. Если мы с тобой сейчас не займем... По ходу дела не займем. По ходу дела не займем, блин. В плане, у меня всего одно... Один балл мне дали? Фига ли это, блин? А, ну мне один... Все, я понял. Я же там проиграл, поэтому один балл мне не дали. Ну, один плюс три, четыре балла. Третье место, что ли? Второе? Ну ладно, второе еще годится, ребят. Здравия, удачи, апну 50к. Спасибо. Так, ну что, ребята, у меня шахты. Давай попробуем. Вот так вот. Зря, наверное, конечно, ребят, взял я ее. Но, тем не менее, хочу попробовать. Да что ты там кривляешься, крутишься, как я не знаю кто. Вон, ведро свое потерял. Ладно, здесь вроде бы нормально мы проехали. Первое место взяли. Если я скажу, как с куста, это будет неправда. Его всего колбасит, эту машину, ребят, всю колбасит, как я не знаю кого.
Слушай, ну для пещер, в принципе, для пещер, друзья мои, я считаю, что она как бы неплоха. Ну-ка, напиши ко мне в комментариях, что ты считаешь по поводу вот этой вертушки для пещер. Почему-то мне кажется, что очень даже неплохо она тут рулит. И непонятно, почему у нее колеса вот так вот, видишь, вот начинают гореть таким синевой. Это что означает? Ускоряется она, что ли, или что? Рэй, привет. Приветики. Приветики. Так, давай заберем земельщинный колесный ускоритель, колесный ускоритель. Испытания на скоростных спусках. Но тут, друзья мои, сам Бог велел нам на нашей ролейке шпарить. Потому что именно на ролейке мы здесь с тобой. Так. Косяки какие-то начинаются. Ну все, первые. Есть. А сзади у нас чуть-чуть бы и приехало бы у нас суперкар. Да, ребят, там суперкар подкрадывался. Опа, чувачок перевернулся там, по-моему, да? Один. Такая еще, смотри, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Выемка. Ладно, последнее испытание. По идее, мы здесь всегда занимаем первые места. По-моему, только в двух или в трех гонках мы проиграли здесь, а больше я не помню никаких проигрышей. Все. Фига себе, ККМ-ка там бустануть хотела, но у нее ничего не вышло. Спасибо за 3000 монет. Так, а мы, кстати, что у нас там за магнитная цепь, отлично. А сколько? А, для того, чтобы открыть чудовище, мне нужно 400 монет. Я правильно понимаю, ребят? Мне нужно 400 монет. Вот оно что. Монет. Это сколько мне нужно там гонять? Я даже не знаю, ребят. Я, конечно, посмотрю. Может быть, сегодня. Правда, уже вечер. Ну, я не знаю, сегодня вечером 50 тысяч кубков, если мы возьмем, а мы их должны взять сегодня, то можно будет, в принципе, поиграть именно на монетки. Именно пособирать эти монетки. Ну, я не знаю, 400 штук, смогу ли я взять их или нет. Слишком дохренище, мне кажется. Сколько там за одну гонку? Там по 10, да, по-моему, там дают. Ты прикинь, за одну гонку по 10. Это в лучшем случае по 10. Так обычно там дают тебе там шиш да не шиша. Тупанули. О-о-о. Да куда тебя тащит-то? Вот это дебилизм сейчас был, ребят. Это дебилизм был первой категории. С какого фига тебя-то подтащило-то куда-то? Пипец, последний, короче, ребят, еду. Я офигею, блин. С какого хрена тебя наверх-то потянуло, блин? Дебильная ты машина, а? Маразматик хренов, блин. Ехал нормально, нет его, блин, наверх его потянуло. Дебила кусок. Да просто бесит, ребят. Вымораживает вот это вот все. Это еще лезет, блин. Фью. Все, ребят. Так, сколько? 6. Ну, я буду первым. Я буду здесь первым. Так, здорово, Рэй. Как жизнь? Давно на видосы не попадал. И, кстати, ты снимаешь, Рэй, а новая серия подарок? Будет. Будет, но не сегодня, наверное. И снимаю. Правильно? Ой. Так, друзья, лесной кубок у нас. Слушай, подожди, а если я кубки-то заберу, у нас событие будет или не будет? Или оно заканчивается, что-то я не помню.
Да нет, должны события быть. Причем здесь кубки и события? Это совсем разные вещи. Так. Фига ты, байкер вшивый. Хотел меня обогнать. Ехал там сзади. Назойливая муха. У него почти, ребят, получилось меня... Вот сейчас у него получится на меня обогнать, да? Оу! Он там что, с идеальным приземлением, что ли, едет? Ну, ехал, по крайней мере. И я все равно первый. И я все равно его сделал. Ой. Опять зашмыгал носом, блин. Так что не обращайте, ребята, внимания за мои шмыгания. Насморк. Пробка из Африки. Опа! Как мы ККМ-очку-то здесь наклонили, а? Ты видел? Сосунище. Вот так вот. А вот, ребята, и заветные 50 тысяч кубков наших. Так, день гонок у нас. Слушай, ну я тебе скажу, что... Что с монетным ускорителем мы с тобой занимались. Здесь, в принципе, первые места. Что на прокачанных колесах. Только на прокачанных колесах мы с тобой поднимаемся быстрее вот в эти подъемы. А там мы ускорялись за счет монет. В принципе, компенсируется и то, и то. Так что нормально все. Не нравится мне этот дальнобойщик, который тут... Хе-хе. Дальнобойщик. Вафлобойщик, я тебе скажу, что... Вафлобойщик. Да ладно, шучу, ребята, сейчас подумайте еще. Какой-нибудь культурный рейд. Нет, просто... Просто стебу себе. Помаленьку. Да это все болезненно мне сказывается. Недовольный. Я вчера, ребят, помирал просто. Весь как этот. Весь потный, блин. Все. Кровать вся мокрая, как жаба, блин. Меня знобило, колбасило, блин. Трясло просто-напросто. Я надел вначале одежду. Потом мне, блин, жарко. Снимаю холодно. И вот это вот жарко, холодно, жарко, холодно. Меня просто припарило. В общем, ребят, никому не завидую. Если кто-то так вот заболеет. Просто ужас. А еще на работе, когда был, мне врачи говорит: иди домой. Я говорю: нет, не пойду, потому что по больничному мало платят. А потом, блин, пожалел об этом. Что, думаю, нафиг надо было работать. Заражать людей еще. Да? Слушай, вот здесь вот, конечно, дальнобойщик. А ну-ка, опа. Как я его, ребят. Эх, дальнобойщик, вот тебе и невезюха. Вот тебе и невезуха. Так, а у нас горные мосты. Горные мосты. Горная лаванда. Слушай, подожди-ка, а мост... Нет, нормально. Здесь... Все, я вспомнил. Так, подвесные эти мостики. Точно, ребята. Блин, это плохо. Хорошо тому, кто накрыл на крыльях, ребят. Хотя, ты знаешь, у меня здесь почему-то идеально получилось проехать. Без каких-либо крыльев. Но последняя гонка, по-моему, будет самая, блин, беспонтовая. Спросишь, почему? А потому что, ребята, она будет, ну, что-то типа того. Фига я как. Ну! Блин, третьим. Черт бы вас побрал, а. Шуты гороховые. Всех повешу за нитки, блин. Ну давай ты едь, твою засыха, блин. Че с машиной-то? Короче, ребят, все, сфейлился я. Еще и последним приехал. Последним! Ну, почему-то второе место занял. Странно. А пока... И взорвали. Так, спасибо, удачи. Ну что, ребята, у меня глубоководная езда. Глубоководный. Надо, блин, сходить в аптеку за таблетками, блин. Ребята, никакого желания, состояния нет. Глаза краснючие. Так, погоди. Что-то какая-то немножко не та трасса. Там ККМ-ка сзади едет, вот в чем проблема-то. Есть.
Все три накрылись. Что-то слишком много как-то здесь, смотрю, смертушек. Тебе не кажется? Тут что, еще и лихать, что ли? Ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ну, успел хотя бы, успел. Так, там еще фура. Там еще, ребятушки, и фура едет. Е! Кубарем просто полетел куда-то. Так, ну что, последняя гонка, ребята. Ну, я думаю, что здесь-то всем все прекрасно ясно. Подводная лодка. Почему-то только я как... Как челомбитька, извини меня, врезался в эту фигню. Все, я понял. Я понял свою, ребята, ошибку. Ну, тут понятно, тут фейл. Чего? Лихача там размазала? Так, что ты меня сюда переключил ты? Так, кубок, ребята, претендентов у нас. Блин, опять эти подвесные мосты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига он там наяривает кренделя, ты видел? Просто на месте, ребята, там 6 сальтонов крутанул. Ну, я-то первый. Я-то первый приехал. Так, ладно, расслабляться пока некогда. Ну, здесь да. Здесь что-то я как-то... Третьим приехал. Не айс. Совсем не айс, ребята. Третьим приехал. Вон там, видел, чувак наяривает. А ты знаешь, что когда он делает вот эти сальтоны, у него потом прибавка идет по скорости. Если ты, конечно, не в курсе был. Это я тебя так просвещаю, между прочим. Yeah. Он когда делает кульбит и после этого приземляется, ребята, у него скорость дюх, просто бешеная. Так, кстати, пока здесь не было, тут целая дуэль была. Насчет... От чего была дуэль? Так, забытое шоссе. Забытое шоссе. Ну, забытое шоссе, ребят, естественно, буду проходить на... Суперкаре. Я бы колесики бы прокачать, было бы вообще топ. Ауч! Вот это, да, ребята, вот это... Вот это сейчас что был за фокус такой? Вот я такого не помню, чтобы я не долетал. Я тебе говорю, серьезно говорю. Раньше у меня все было идеально, сейчас какие-то проблемы прям с этим. Ну, тут одна гонка, видимо. Эти не дотянулся, да? Паршивец ты такие. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты будешь ехать сегодня или нет? Фью. Солидно. Так, забираем с тобой 7 деталей. Форсаж у нас на байк. Ну, то есть наши игроки из нашего клана поссорились, а потом помирились. Бывает такое. Главное, что помирились. Так, ребята, скоро новая красочка. Я смотрю, там для ХКР-ки. Ой, подожди, 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 что это там? Болотистый кубок, ну, болотистый кубок. Да ладно, не будем изобретать велосипед. Болотистый кубок будем проходить. Ну нет, утомленные аллигаторы. Ну вот это вот с чего спрашивается, а? Сейчас, ребят.
Как меня вот это раздражает. Вот это вот ожидание, блин, вообще непонятно. Ни с того, ни с сего, блин. Так, давай. Не знаю, ребята, выключаю VPN-ку и сразу все работает. А с VPN-кой почему-то не работает. Я не знаю, в чем проблема. Такс. Опа. Так, как это хлыщ. Блин, все равно, ребят, он первый. Прямо на финише. Я не знаю, как у него получилось. На заднем колесе, наверное, ехал. Говнорез вонючий. Бразилец плешивый. Так. Ладно. Что у нас тут получается? Да у нас тут нормально все получается. Первое место, вот что я тебе скажу. Первое место. Состыковка. Да он заколебал уже просто лезть, блин, вперед, батьки, в пекло, блин, уже достал. Еще вытворяет, блин, гаденыш вшивый. И тут все-таки обогнать, а, умудрился. Ну, я первый. Да, ребят, я первый по гонке. Кубок аллигатора. Ух! Как он лихо... Ой-ой-ой-ой, как он лихо стартанул. Замечательно, вот сейчас вышло, ребят, вообще крутенько. Замечательно. Блин, это же, по-моему, то самое место, где будут эти аллигаторы, блин, да? Если я не ошибаюсь. Так что там надо быть... Опять он поехал. Че, фокус не получился, придурок? Так и надо тебе. Сдохни на крокодилах, упырь. Давай, отлично. Отлично, все, ребят. Вот про этих крокодилов я тебе говорил тогда. У нас все получилось как нельзя хорошо. То есть, блин, ты запарил, а? Он рано или поздно, ребята, реализует свою... Как это сказать-то? Свою идею. На попрыгунчиках. Когда-нибудь, но не в этой гонке. Когда-нибудь в другой жизни. Так, ну что, ребята, у нас пещеры ледяного огня. Пещеры ледяного огня. Сколько там гонок-то? Одна гонка, друзья мои, одна гонка. То есть нам нужно во что бы то ни стало... Ой, во что бы то ни стало, наверх. Дринк. Залететь наверх. Вот что я хочу сказать. Ну это все, это фиаско, ребят. Хотя... А, там кто-то первый едет. Я далеко не первый, да, друзья мои? Все-таки Дринк там шпарит, а? Чуть-чуть я его не догнал, совсем чуть-чуть, ребят. Ну да, капельку мне не хватило. Ну ладно, второе место хотя бы. Ничего страшного. Приступайте к развлечениям. Приступаю к вашим долбанным развлечениям. Ну что там опять? Какой-то навозник едет со своим этим форсажем, блин. Идиот, кусок идиота. Просто, ребят, кусок идиота, а. Надо было врезаться, блин, упасть.
Что это за машина вообще такая, не пойму я. Где он такой скин взял для тачки для этой? Ну? Изи. Фух. Как я их там хорошо, ребята, а? Как я их там хорошо прижурил, а? Ну, ты видел? Конечно, ты видел. А он там что-то аккуратничал, там тихонечко, там... Тихонечко. Летите все вот так вот. Опа, один все-таки умняга там попался, ребят, который вписался куда нужно. Ну, я думаю, это временно. Это временное было везение. Все. Папа сделал всех как мог. Так, ребят, скоро получим новую обшивку. Обшивку. Ну да, в принципе. Ой! Какого лешего ты взял? Какого лешего ты взял формулу, придурок, блин? Ой, даун, блин, ребята. Ну это даун, просто первой категории. Нафига ты выбираешь, блин, машины, блин, перед гонкой, придурок ты, блин, а, Рэй? Кусок дебила, блин. Начал там, блин, волтузить, придурок, блин. Ребята, у меня вот эта вот болезнь, вот это вот все сказывается, блин, я... Как бы ни пошли, вообще плохие слова у нас тут. И взял-то формулу взял, блин, придурок. Что там с этим дурачком стало не то? Вертух, отвали. У меня стабильное третье место, ребят. Стабильное. Ну это пипец. Ребят, это гонка на смарку называется. И заехать не может. Дебила. О, все. Лучше не придумаешь. Да кофиг ли мне эта гонка ваша. Нафиг, ребят. Лучше я так, блин, чем я то буду сейчас мучиться, блин. Нафига вот выбирать вот так вот машины, блин. Когда у тебя гонки идут, блин. Лезешь, блин. Надо ему пошуршать, блин, потеребунькать, блин, везде. После гонок, блин, не навозюкался, блин. Слов нету, блин. Так, ладно. Первую гонку взяли. Это опять же, я только вернусь на свое место, блин. Если вернусь, блин. Ну давай ты едь, ты размазня, блин, несчастная. Я что-то не могу понять, у меня... Да нет, все вроде бы норм. Кусок дебила, а. Ё-моё, это же надо быть таким дауном, блин, а. Я в шоке, ребята, от этого дебилизма. Вот серьезно тебе говорю, я просто в шоке, блин. Придурок ты, а, однако, ну ё-моё. Все проехали, он куда-то там встрял. Фиг знает где. В камни упал. Я в шоке. Привет, Рэй. Привет.
Так. Магнитная цепь, ребят. Я, кажется, знаю, в чем проблема. Проблема в нашем гонщике с мусорным ведром. Помоями облился и радостно ездит теперь. Так. Да ну нафиг, что, серьезно, что ли? Понятно, до свидания. Что с ним случилось, я так и не понял. Как он там разбиться умудрился на ровном месте? Как он там разбился на ровном месте, я так и не понял, если честно. Да, в принципе, мне и по барабану. У нас, как говорится, минус конкурент, это уже хорошо. Остальное не важно. Есть контакт. Так, ребят, ну что, еще одна гоночка. Магнитная цепь, последняя гонка у нас, походу, здесь будет. Да куда ты лезешь-то тут? Да. Ладно, все равно первыми. Первыми будем. Ты снимаешь? Да, да, снимаю. Снимаю. Так, ну что, ребята, у нас кубок застойный. Я не понимаю, а почему он вас так интересует, снимаю я или нет? Даже если я просто зашел, что уже... Обычно этот крокодил меня выплевывает обратно. Эка чувачка там раскатал, ты видел? Как он там кубарем-то катается, бедолашка. Да, бедолашка он был, бедолашка. А мы с тобой отлично проехали. Блин, чтобы получить чудовище, нужно набрать 400... Я... У меня в голове не выходит 400 этих... Как они называются? Скажи, я скажу. 400 значков. Медалей. Ну, значки, медали. В общем, ты понял. 400 штук надо. А у меня там их сколько? У меня их мало, ребят. Давай ты раз едешь сюда. Езжай, блин, нормально. Без выпендрежей своих вот этих вот. Да, ребят, самокритика никогда не помешает. Отлично. Отлично. Ну что же, я чувствую, босс будет, да? Новый вид. Угу. Кубок ледника. Гонка. Кубок ледника. Попробуем, друзья мои. Почему такой спокойный? Почему он такой спокойный? Потому что он меня, ребята, уже взял и обогнал. Вот, вот поэтому он такой спокойный. А еще без Сева, то, что он на, с крыльями едет, а я без крыльев. И я его здесь хоба. Как тебе? Блин, а тут, кстати... Слушай, а тут бывает ничья? Блин, это же сейчас у нас... Неужели у него получится, а? Смотри, у него получилось. Но я тебе скажу, что победа идет все равно в мою сторону. Так ведь? Да, ребят. Ну что, вот у нас, ребята, и главный сундук. Ох ты, ох ты. Ты посмотри, новая красочка мне досталась. Всем привет, привет, дикий стояк.
Дикий стояк. Так, ну что, сезон завершен наконец-то, ребятушки. Наконец-то. Я хотел посмотреть, что вот это за гонки такие, а? Ну-ка. Блин. Ну, поехали. Ну, выглядит прикольно. На автобусе на этом чувак там едет. Да и... А, он и на этих, на турбинах. Он там всех, кого мог, только растерял уже. Так, ну, главное, я приехал. Надо же, на формуле я приехал еще. Чё? Ау! Давай, 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 шпарка, говнюк вонючий. Ну ты будешь ехать сегодня или нет? Ну засранка ты. Ауч, они догоняют, ребята, они догоняют. Эх, догнали. Клопы несчастные. Так, ну что, здесь я возьму, наверное, вот эту вот. Не знаю, вертушка, нафиг она мне здесь нужна была, ну. Так. Не знаю, что это было, ребят. Ой, ой. Понятно. Да. Далеко мы так уехали, да, друзья мои? Продолжить. Гараж. Давай попробуем взять багги. Гонка. Ну, тут-то понятно, тут как-то мы быстро. Да что ты так... Блин, очень много, ребята, времени теряет в воздухе своем, а? Что-то я не понял, а где мой этот-то? Подожди. Крылья, я понимаю, конечно, все, но... Я не могу врубиться... Вон они бегут уже, довольные. Бегут, ребята. Они что, у меня забрали, что ли, этот ускоритель, блин? Или что? Куда он делся-то у меня? Он же у меня был, насколько я помню, блин. С какого перепуга тут вообще крылья у меня делают? Нормально? Зашибись просто, блин. Это вообще не та комплектация. Вы что это делаете? Зашибись. Просто, ребят, зашибись. Комплектацию мне дали. Нормально? Я думаю, что-то, блин, не то. Да ты будешь ехать-то, блин. Ну ты навозник, а.
Блин, ну бесявая фигня, а, ребят. Да ты езжай давай. Пипец. Не финишировал. Понятно, что не финишировал бы. Три, две, одна секунда, все. Готов. В труху. Ну и чего? Ребят, 400, да? 400 нужно собрать. Пипец. Через два дня закон... Да ну! Нет, ребят, не получится. Просто не получится. За два дня 400... Не. Причем не два дня, а один день, потому что... У меня там рабочие дни начнутся. Какие там два дня? Смотри, как выпендриваться, а? Красавчик, красавчик. И опять же меня обогнали. Ну, ёпперса ты, блин. Так, так. А у нас здесь же рекорд, да? Да, ребят, у нас здесь рекорд был. 6 километров. Наш рекорд. И то, я помню, мы с тобой погибли только из-за того, что врезались, по-моему, башкой. У нас не было больше брони. И мы размазались. Это я точно помню. Это я точно помню, что именно из-за вот этой вот ситуации было. Ну вот что-то типа того, ребят. Что-то типа из этой оперы. Так, крылья, ускоритель дым и ускорители. Так, ну что, дорогие друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. 50 тысяч кубков у меня взято. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.